На Черноморском побережье Грузии в городе Батуми завершился ежегодный международный фестиваль кино и телеоператоров «Золотой глаз». Кроме гран-при, на фестивале вручали награды в номинациях за лучшую кинооператорскую, телеоператорскую и студенческую работу, а также за лучший рискованный кадр. Мастер-классы провели звезды американского кинопрома. Наряду с основным конкурсом здесь прошли две международные выставки вещательной техники и телевизионной продукции мировых производителей. В фестивале «Золотой глаз» в этом году приняли участие представители агентства «Хабар». Председатель правления Алмагуль Ахмеджанова вручила награды своим грузинским коллегам.